Европейский вектор для Беларуси, ну, очень важен. Мы здесь активно сотрудничаем в рамках международных соглашений. Это «Горизонт 2020», «Рампус» и «КОСТ». В частности, Центр квантовой оптики и квантовой информации Института физики НАН Беларуси участвует в проекте «Супертвин. Горизонт 2020». И созданием занимаются нового микроскопа на основе особых квантовых состояний света. Такой микроскоп позволяет использовать крайне низкие интенсивности света с целью недопущения повреждения образцов, прежде всего, биологических тканей. Следующий проект – это проект MESMERIZE, то есть разрабатывается технология оборудования, которая позволит определять аномалии размером от 100 грамм как в живом организме, так и в грузах. Человек, если проглотил, скажем, наркотики и вес их больше, чем 100 грамм, то, проходя через рамку, сканер это обнаружит. То же самое, проезжая фура, проезжая через рамку, если там спрятаны посторонние материалы больше, чем 100 грамм, опять же, сканер сможет обнаружить. Только в 2018 году наши ученые выиграли в конкурсе в 7 новых проектах с участием белорусских организаций. Ну и для белорусских ученых с общим объемом финансирования данных проектов на сумму почти 1 000 000 евро. Вообще программа «Горизонт 2020» — это 7 миллиардов евро. Сегодня мы участвуем в 41 проекте на сумму, превышающую уже 6,4 миллиона евро.